привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в милых малышей Смолсис. Кстати, а ты любишь маленьких пушистиков? Если любишь, обязательно ставь лайк. А мы начинаем. У меня здесь целая куча маленьких малышиков. Посмотри, как миленько они спят. А еще у меня... бутылочки. Это я раскидала случайно. Но ничего страшного. Я хотела посмотреть, что здесь за книга такая. Это что такое? Это что у нас? Волшебная книга? Надо бы сюда что-нибудь поставить. Интересно, где взять... Ой, книг, кажется, нет. Где взять книги? Кто забрал книги? О, ничего себе! Вы видели, какой хвостик у моего малыша? Я вообще не знала, что у него хвостик есть. А вот что он ломает отлично, это да, это я догадывалась. Ладно, прекращай давай ломать, иди чини, надо книжки читать. У нас же, посмотри, малыши новые, а книжки не починены. Идея есть, это хорошо. Ну, что? Это что за... Что за полочки такие? Интересненько. Охо, ничего себе. Какую красоту-то сделал. И книжки теперь читать можно. Ура, ура, ура. Сейчас мои малыши будут довольны. Потому что будет что почитать. Это прекрасная новость. Это мой единорожка здорово придумал. Интересно, а могу ли я почитать эти книжки как-нибудь? Даже не за... Опаньки! Это что такое? Кто тут у меня висит? Это очень смешно, если честно. Ну-ка, а если сюда посадить? Можно даже сюда посадить. Вот это да. Я вообще не знала, что с малышами так можно, но это очень странно. Так, а давай посмотрим, если взрослого кого-нибудь посадить сюда. А, взрослого только вот здесь можно посадить. Ну, хорошо, ладно. Не будем здесь вдаваться в подробности. Кстати, у меня вот здесь целая локация. Какая-то незаконченная. Это ванна? Это реально ванна? Подождите-ка, это что, за деньги? Или как мне ванну получить? Малыши какие-то. Божечки, макарошечки. Как мне все это купить? Так, сейчас выясним. Ванна, ванна. Я так понимаю, это... Нет, не за деньги. А может и за деньги? Ладно, разберемся по порядку. Надеюсь, у нас что-нибудь из этого выйдет. Кстати, малыши бы просыпаться уже начали, а то что-то они слишком долго спят. Как-то очень даже подозрительно, мне кажется. А это что? У нас не было здесь только... А нет, пузыри были. Но они были какие-то немножечко другие. Ладненько. Пузыри — это хорошо, малыши спят — это тоже хорошо, взрослые спят — тоже прекрасно. А я пойду немножечко попрыгаю тогда. Так, сейчас мы попрыгаем куда-нибудь наверх, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, я вообще не думала, что это будет так быстро и так стремительно. Я вообще думала, мы тихонечко немножечко попрыгаем, поскачем по веточкам, в общем-то, и ничего такого сверхъестественного делать не будем. Потому что, ну, как бы... Ой-ой-ой-ой, я, кажется... Божечки мой, ты чего, котейка? Чё ты творишь вообще? Кстати, если вы любите котиков, обязательно ставьте лайки, потому что, ну, котики милые. Я очень люблю. Мне кажется, котики самые милые создания, какие только есть на свете. Кстати, смотри, у нас здесь появилась еще и денежная какая-то... Какой-то денежный бонус? Раньше этого определенно не было. Да что ж такое-то? Почему я вечно падаю вниз? Попробуем допрыгать до верха, потому что не очень-то приятно падать. И вообще-то эти листики почему-то не выдерживают моего котика. А может быть, это он пузямбу наел? Может быть, может быть. Он меня любит поесть. Они там знаете, что едят вместе с моими друзьями, питомцами? То суши какие-то, то еще какую-то вкусняшку. Кстати, сейчас вам покажу. Так, и где там наши вкусняшки? О, у меня еще одна звезда появилась. Нет? Звезда! Звезда! И что это? Просто книга! Еще одна книга! Да это нечестно. Зачем мне столько книг? Нет, ну ладно, давайте посмотрим, что здесь происходит. Так, это картины какие-то. И что? Что с этими картинами? Не ладно, просто картины. А почему там была книга? Может быть, эту книгу... Может, картинку в книгу вклеить? Или зачем там было? Ага, сейчас разберемся. Мне кажется, он сейчас на стену просто повесит ее и все. И будет здесь красота лепота. Сейчас проверим. Кстатеньки. О, ничего себе! Вы главное это, стену не сломайте, пока колотить будете. Котик, ты там это, аккуратнее. Аккуратнее, пожалуйста. Ну что, сейчас посмотрим, что... О, боже ты мой. Да, этот котик, конечно, просто хлещет идеями.
Вы только посмотрите на него. Он, мне кажется, сейчас стену снесет. Или он, или кто-нибудь другой. Да, детям не игрушка, эти ваши шуруповерты. Интересненько, что он еще тут придумает такого, чтобы снести... О, да ладно! Ничего себе, что у него тут есть! Божечки ты, кошечки, вы что творите? Ребята, ну это ж неприлично, дети ж здесь спят. О, да, всю стену разнес. Ну ладно, зато у нас появилась целая новая локация, и мы можем теперь ее открывать. Открывай глаза уже, здесь все в порядке. Посмотри, какую красоту ты открыл для нас. Да, это действительно красота, и давайте откроем какую-нибудь... А давайте вот эту коробочку розовую откроем, она какая-то с бантиком. Очень загадочно и интересно. И что же там внутри? Что? Да ладно, там яйцо! Ну, придется подождать, конечно, но яйцо новое, это очень хорошо. Кстати, если ты любишь сюрпризы открывать, то обязательно ставь лайк. А я пойду посмотрю, что там мы еще можем открыть. А мы еще можем открыть целую кучу локаций. Я предлагаю вот эту, наверное, открыть и посмотреть, что же там будет. Так, и что же там лежит? Сейчас. Ванна для моих питомцев. Это что получается? Теперь купаться могу. И даже пенить спиночку. А уточку могу взять? Эх, уточку не могу. Ну ладно, пусть он купается, а я пойду покормлю малышей, потому что они у меня голодные были. А знаете ли, голодные малыши не самое приятное. А что они голодные-то? Они просто сидят, все спят и все такое. Ага, спят. Вы только полюбуйтесь, сколько еды они съели. У меня здесь, знаете, сколько еды было? Здесь просто полный стол еды был. Так, Белочка, ну-ка не убегаем. Делаем еще еду для моих малышей, потому что у меня, знаете ли, подрастающее поколение. Им надо есть. Надо есть много, вкусно и вообще, ну, неприлично же здесь все разбрасывать, выкидывать. Кстати, посмотрите, у меня деньги валяются просто везде. Откуда они вообще здесь валяются, непонятно. Так, а если здесь дать кушать, будут они здесь есть? Они не едят в комнате? Да ладно, вы что такие приличные-то? Вы что такие? А, они все едят. Фух, я уже думала, что раз я еду принесла, то еда исчезнет. Ничего страшного не произошло, и это очень радует. Ну что ж, так, слазь-ка оттуда. Не надо тут устраивать. Эх, ладно. Эх, аж эти малыши. Ладно, ребят, на сегодня все. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. А на сегодня все. И в следующий раз мы откроем нового питомца и новые предметы из локации. Потому что у нас их очень много, но я хочу немножечко растянуть удовольствие. Потому что мне интересно, что же там будет. Кстати, я думаю, что здесь что-то должно быть тоже похоже на ванну. Может, унитаз или еще что-то. А розовый, наверное, тоже питомцы. Но узнаем в следующем видео. Не сегодня. А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч. А я пойду немножко попрыгаю в свое удовольствие. Знаете ли, прыгать это всегда так весело. Главное, чтобы меня никто здесь не обгонял. Потому что когда не обгоняют, становится не весело. Совсем не весело. О, прыжок. Еще прыжок. Ну вот, все в порядке. И, божечки ты мой, здесь тоже лепестки. А лепестки нам здесь для чего? Их же раньше здесь не было. Определенно не было. Это что? Деньги? Деньги лишними не бывают. Хорошо. Да здесь, походу, целая куча обновлений, которые я, как всегда, все пропустила. Ну, вообще, это в моем стиле, пропустить все новенькое и интересное. Но ничего страшного. Сейчас мы попробуем допрыгать еще куда-нибудь, собирать лепесточки и посмотрим, что... Да, конечно. Ну, конечно, я же говорила. Катя такая, Катя, она всегда проигрывает, куда-то прыгает не туда. И, наконец-то мне дали какую-то штуку, но я допрыгала до конца. И зачем мне спрашивать теперь весло? Ладно, без весел обойдемся. А на сегодня все, ребята. Всем пока-пока. И до новых встреч, конечно же.